Всем привет! Сегодня в этом уроке мы с вами будем моделировать и текстурировать огнетушитель. Вот. Так. И давайте продолжим. Так, начнем. Вот эту картинку я поставлю на второй монитор. Вот так вот. Перекину сюда. И еще буду использовать программу PureRef. Вот, примерно так. Так, можно сделать, в принципе. Ну, давайте вот так, пускай будет. Так, чуть-чуть. Так вот. Фиксируем программу, и чтобы она не мешала нам в Максе. Так, цилиндр. А, кстати, надо перевести значение сантиметры и сантиметры. Так, окей. Это нам поможет достичь правильных размеров в Unreal. Так, 49. А, нет, просто 49. Так вот. И примерно радиус такой, нулевые координаты. Так, ну, полигонаж, в принципе, такой хватит. Мы делаем модель, ну, давайте представим, что мы делаем модель для игры. Вот так, ну все, конвертируем. Посмотрим. Ну, примерно, окей. Так, теперь снизу чуть-чуть сделаем сглаживание. Выделяем вот эти грани, чамфер. Ну, вот так вот, окей. А сверху то же самое, только чуть побольше чамфера. Так, немножко поправим. Я просто тихо говорю, потому что тут у меня люди спят. А урок надо записывать. Прошу прощения за это, если... Окей, так. Ну, вы можете добавить полигона, если хотите. А я оставлю примерно так. Так, следующее. Так, extrude bevel. Подождите-ка. Так. Вот, чтобы выделить вот так быстро, зажимаем Shift и выделяем соседний полигон. Ну, если кто не знал. Автосмут. Так, теперь. Так, меня интересует вот эта часть. Сейчас покажу. Вот эта часть. Так. Ну, понеслась. Копирую полигон. Так, тут можно сделать следующим образом. Так. Вот.
Примерно так и плюс. То есть цельным объектом будем делать. Так, высоту еще чуть-чуть побольше. Так, тик. Вот так вот. Нажимаем. Окей. И ну, модель как бы особо 100% похоже не будем делать. Так, более-менее так. Так, и вот эту часть, где индикатор, делаем следующим образом. Выделяем полигоны, копируем. Упс. Поворачиваем на 90 градусов. Так, вот так вот. Чуть-чуть. И закрываем. Так, и вот здесь делаем bevel. Плюс. Так, нажимаем ОК. Делаем простой индикатор. Так, и так. Плюс. Окей. Автосмут. Теперь можно сделать шланг, либо вот этот рукоять. Давайте вот это сделаем. Так, делаем попроще его, не таким сложным. Теперь можно добавить экструд. Пим. Вот так вот. Потом добавляем объем. Добавляем объем. Вот shell. Потом просто поправляем полигоны. Вот так вот. Так, теперь вот этот полигон. И вот эти тоже, кажется. Так, это слишком сделал. Давайте использовать FFD-шки. Вот так вот и конвертируем. Так, то добавим чуть-чуть дополнительных полигонов. Вот так. И
Можно чуть-чуть повыше сделать. То есть вот это пониже сделать. Так. И удаляем нижние полигоны. И потом добавим объем. Когда мы разберемся с текстурами, мы добавим объем. То есть не надо дополнительные полигоны создавать, дополнительные UV-шки делать, а просто сделаем shell потом. Так, следующее. Второй рычаг. Он чуть-чуть подлиннее. Опять-таки экструд. Вот центр. Так, добавим shell. И подровняем полигоны. Вы можете сами для себя сделать как угодно. Суть курса не в точном моделировании, а показать процесс, как это сделать. Так, внутри то же самое. То есть внутри нету полигонов. Так вот. И тут надо пошире сделать. И тут не должно быть полигонов. Вот как-то так. Так, окей, тут можно добавить, тут предохранитель есть, добавим предохранитель. Так, для этого создадим цилиндр. Так, полигонов поменьше сделаем, 2 раза, 9, вот так вот, и чуть побольше сделаем. Вот, и там с другой стороны должен быть должно быть кольцо, чтобы должно быть кольцо. Так, и вот так вот сделаем. Почему я сделал таким длинным, да? Ну, потому что если вот так вот сделать, то есть 2 объекта, то полигонов станет 2 раза больше, то есть этих цилиндров, значит, полигонов еще чуть-чуть побольше, поэтому так поменьше. И тут добавим кольцо. Так, circle. Нет, автогрид. Вот. Так, кольцо какое-то большое, да? Поменьше сделаем. 2. И
Тут количество полигонов можно делать поменьше. И 10, ну даже 9 можно. Так. Конвертируем. Так, можно сказать. Нет, модель еще не готова. Так. Шланг. Так, все это дело можно поднять вверх. Потому что тут еще место для шланга нужно. Так, и потом еще нет. Так вот. И вот так вот. Так. Делаем это смут. Так, вот это берем. Ну, примерно так. Так, радиус толщину побольше. Ой. Оп. Так, еще побольше. Окей. Теперь вот эту часть еще побольше нужно сделать. Примерно так. Так, и сторон должно быть 8, кажется. Вот так вот. Или 6. А нет, 8. 8. Угу. Хорошо. И потом конвертируем. А нет, не конвертируем, а делаем второй. И его делаем 6. 6 граней. Потолще. И размер поменьше. Вот так. Пэм. Угу. И теперь вот здесь вот конвертируем. Так, конвертируем, окей. Полигон автосмут. Вот, и дальше идем. Так, теперь вот эти пояса, вот эти черные пояса и крепежи надо сделать. Так. Для этого мы выделяем вот эти полигоны. В принципе, вот эти фаски нам не нужны пока. Ой. Так. Да, их можно удалить, в принципе. Вот. Так. У меня GTA остановился. Пока что пускай так стоит. Да. Надеюсь, не запустится. Да-да. Прошу прощения за это. Так, копируем вот эти полигоны. Так, и центр. Shell. Поменьше. А, радиус. Так. Так, так, так. В принципе, мы можем не делать отдельным. А сделать таким, потому что количество полигонов гораздо меньше будет. Так, и так вот. Нажимаем ОК. Вот и готово.
и bevel. Local normal и поменьше. Вот так вот. Нажимаем ОК. Вот такая у нас модель и крепежи. Крепежи из самого шланга можно сделать. Так, копируем. Detach с копированием. ОК. Так, надеюсь, не запустится. Кажется, я прошу прощения за это. Я пока выключу это. Так, set. Упс. Выравниваем по Y. Вот так вот. Угу. Вот. И делаем крепеж. Удаляем вот эти вершины. Вот так вот. Теперь shell. И теперь выделяем вот эти полигоны. И делаем вот так вот. Пим. Все. Так. Можно соединить с этой частью. То есть, но в принципе давайте не будем это делать, потому что это займет гораздо больше времени. Так, делаем одно. Вот эти полигоны мы удалим. Вот так вот. Так, а второй объект. Второй крепеж вот здесь вот. Мы его скопируем. Так, тут кажется нужно наоборот вот так немножко расширить, шире сделать. Так, и тут снизу есть металлическая часть. Так, давайте я для примера просто поставлю, чтобы видеть, как мы его поставим. И тут надо сделать одну вещь. Так, цилиндр. Цилиндр. Так, нужно определить центр. Центр шланга. И выровнять вот так вот. По центру. И без Z. Окей. Ой, чуть-чуть не криво все равно получилось. Так. Делаем так, чуть-чуть поднимаем. Да, нормально. Теперь вот эту часть можно поднять наверх. Вот это скопировать. Конвертируем. И тут вот такой вот конус. Да, вот такой вот. Так, можем удалить вот эту часть. Эту часть тоже. Этот объект тоже. Так, давайте посмотрим, что у нас. А вот этот черный как там, держатель черный металлический, мы его делать не будем. Вот. И значит, модель, можно сказать, готова. И приступим к UV-шкам. И мы это рассмотрим на следующей части. Окей. Okay.